мне голову. Значит, один из этих роботов. Екатерина Нечаева, жена которой я не помню. Но кто из них? Обе, майор. Я пытался вернуть Блесну к жизни, когда ее мозг раскололся надвое. Буквально. Я хотел установить полушария правое и левое. Но это стоит куда больше времени. Да нахера? Ты и так издеваешься над людьми, которые еще живы. Оставил бы в покое тех, кто уже умер. Какие еще воспоминания вы мне стерли же? И сколько раз? Ты не мог пережить ее гибели, а я не смог ее спасти. Мне пришлось, иначе бы ты жил в кошмаре. Что еще мне оставалось сделать? Ты ведь и сам чуть не погиб, сам погиб. Ну, конечно, такие ценные карты, такой удобный шанс скрыть очередные опыты над людьми. Я спас вас. Я сохранил вам возможность вернуть Блесну. Однажды у нас появятся технологии, чтобы оживить. Совсем вы, что ли, больной, шеф? Сколько еще надо погубить людей, чтобы эти технологии появились? 100 000? Больше? Хватит! Я готов поверить, шеф, что вы действовали в моих же интересах. Но неужели нельзя было объяснить все сразу? Сергей, простите меня. Я не знал, как поступить правильно. Правильно будет отозвать сейчас, близняшек, и спокойно поговорить. Прости. А теперь они бьются не с тобой, а с Харитоном. Ебучие пироги, мы можем просто перестать биться? Избавься от Харитона. Сними перчатку. Ага, сейчас. Сначала отдавите мою жену. Слушайте его! Сеченов манипулирует вами! Очнись, Б-3! С самого начала Харитон захарит пудрить тебе мозги! Очнись! Очнись, Сережа! Какого хуя? Сережа! Катя? Остановить их сейчас. Нам только погружаться в пограничное состояние. Я могла коснуться тебя. Майор, придите в себя! Сейчас. Катя! Ваша жена мертва! Сеченов забрал ее у вас! Oh!
твое оружие или способность. Нахера? Ты и так издеваешься над людьми, которые еще живы. Оставил бы в покое тех, кто уже умер. Какие еще воспоминания вы мне стерли же? И сколько раз? Ты не мог пережить ее гибели, а я не смог ее спасти. Мне пришлось, иначе бы ты жил в кошмаре. Что еще мне оставалось сделать? Беги и сам, и пойди сам, пока и призывай. Ну, конечно, такие ценные кадры, такой удобный шанс скрыть очередные опыты над людьми. Заткнись! Хватит! Я готов поверить, шеф, что вы действовали в моих же интересах. Но неужели нельзя было объяснить все сразу? Сергей, прости меня. Я не знал, как поступить правильно. Правильно будет отозвать сейчас, близняшек, и спокойно поговори. Прости. А теперь они бьются не с тобой, а с Харитоном. Ебучие пироги, мы можем просто перестать биться? Избавься от Харитона. Сними перчатку. Ага, сейчас. Сначала отзовите мою жену. Мы справимся. Не слушайте его. Сеченов манипулирует вами. Очнись, Петри. С самого начала Харитон засекает, будет тебе мозги. Очнись, Сережа! Какого хуя? Катя? Я не могу остановить их сейчас. Thank you.
тебя! Ваша жена мертва. Сетино забрал ее у вас. Давайся, Петри, и сдай мне Харитона, пока никто не пострадал. Тима намекает на то, чтобы пострадал я. Вы будете следующий майор. Они оба врут. Лучше найди меня после. Ты же не убьешь свою жену, Сережа! Доступ разрешен.
морочит мне голову. Значит, один из этих роботов. Екатерина Нечаева, жена которой я не помню. Но кто из них? Обе, майор. Я пытался вернуть лесную жизнь, когда ее мозг раскололся надвое. Буквально. Я хотел восстановить полушария, правое и левое. Но процесс занял куда больше времени. Да нахера? Ты и так издеваешься над людьми, которые еще живы. Оставил бы в покое тех, кто уже умер. Какие еще воспоминания? Вати, я готов поверить, шеф, что вы действовали в моих же интересах. Но неужели нельзя было объяснить все сразу? Сергей, прости меня. Я не знал, как это будет правильно. Правильно будет отозвать сейчас, близняш. И спокойно поговори. Прости. А теперь они бьются не с тобой, а с Харитоном. Ебучие пироги, мы можем просто перестать биться? Избавься от Харитона. Сними перчатку. Ага, сейчас. Сначала отзовите мою жену. Мы справимся. Не слушайте его. Сети нас манипулируют вами. Очнись, Б-3. С самого начала Харитон Захаров будет тебе мозги. Очнись. Очнись, Сережа. Какого хуя? Катя? Я не могу остановить их сейчас. Yeah.
этого. Конечно, ты мразь. Сергей, ты не понимаешь. Харитон манипулирует тобой. А! Харитон получил доступ к модулю «Восход» в твоей голове и начал отправлять тебя в лимбо.
Я был отвлечен подготовкой к обновлению коллектива, чтобы сразу догадаться. Это он убил Молотова. Скажи, Харитон, ты с доктором Филатовой поступил так же? Разорвал ее на куски руками моего агента. Хватит лицемерия, Дима. Тебе всегда было удобно быть белоручкой, пока я делал за тебя грязную работу. Но не убивать же их за это. Зачем ты все это устроил? Ах ты, паскуда, ты все это время... За мной, Дима, всегда, майор. Мы свою работу выполнили. Смотри, сынок. Вставай. Вставай. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы все это закончилось. Чтобы твое дорожайшее человечество, у которого уже давно нет никаких перспектив, отошло с дороги и пропустило вперед новый виток эволюции. Меня. Само зло. Что? Что ты собираешься делать с людьми и коллективом? Не стоит беспорядочно называть злом все, чего ты не в состоянии постичь. Зло – понятие абстрактное, а ты ограничен в своем мышлении, Дима. Потому что ты просто человек, вымирающий вид. Мне удалось это осознать, лишь перестав быть его частью. И твоя ограниченность не позволяет тебе увидеть истину. Люди не хотят развития. Они беспробудно тупы и стремятся лишь к комфорту и наслаждению. Желательно за чужой счет. Ты же не хотел быть частью массива. Нет! Стой, Харитон! Я передумал. Прибытие бойцов отряда «Аргентум» в кабинет академика Сеченова, никаких следов последнего там обнаружено не было. Согласно фрагментарно восстановленной видеоинформации, человекообразный нейрополимерный объект черного цвета приблизился к телу академика Сеченова, после чего поглотил указанное тело целиком. После указанных в рапорте событий, неизвестный человекообразный полимерный объект черного цвета покинул кабинет академика Сеченова и скрылся в неизвестном направлении. Разум заперт изнутри. Да ебучие пироги. If you
if you leave me here to cry. There is nothing I can do. If you leave me here to cry. You know my love will follow you, baby, after years go passing by. You can't deny. Yeah, baby, give you all that I Вам надо, вы и отправляйтесь. Устроили тут самосуд. Это... Любимый мой, я забрала тебя в наше уютное семейное гнездышко. Весь комплекс теперь только наш. Сама ты можешь делать, что захочешь. Это буря наших страстей, любимый. Очаровательно, любимый. А ты неутомим, любимый, настоящий мачо. У тебя есть наша любовь, наш маленький уютный мир, в котором мы будем жить вечно и только вдвоем. Обожаю тебя, любимый. Ох, я схожу с ума. Yeah.
Что за хрень тут творится? Ты что, копаешься у меня в голове? Ну, нервничай, дорогой. Все уже позади. Операция прошла успешно. Я уже закончила. Ты все еще убиваешь людей, больная. Больше некого, дорогой. Сбой коллектива поразил комплекс Менделеев одним из первых. И живых людей тут точно не осталось. Если не считать вредной старухи, которая пытается подчинить меня себе. Леонора, отключи эту безумную чехарду. Не могу, любимый. Это часть защитного протокола. Он активируется автоматически и всякое такое прочее. Прогони вредную старуху, и протокол отключится сам. Тут прям буря. Это буря наших страстей, любимая. Ну так я дальше не пройду, и старуху вряд ли прогоню. Ты точно ничего не можешь сделать? Скучно. Хорошо, я помогу тебе. И чего вот ты сразу нормально себя не ведешь? Мы команда, сладкий. Оказывается, это очень интересно, помогать тебе. Была у меня уже одна такая команда. Со мной-то ты что сделала, ошалелая? Теперь мы принадлежим только друг другу. Я синхронизировал твой модуль «Восход» со своей волновой активностью. Лучше бы ты просто его вынула. Я бы тебе спасибо сказал. А так ты просто очередной манипулятор. Ебучий, как же вы мне надоели. Все-таки попался на уговоры ее сладкие. Страшное на деле, мадемуазель. Попался на уговоры ее сладкие. Страшное на деле, мадемуазель. Элеонора? Да как ни назови, а все одно. Смерть косой. Играется с тобой, да и порешит. Извиняюсь за выражение, сука. Что ты про нее знаешь? Немного, на удивление. Я тут давно стаканы натираю. Посетители часто говорили, что она когда-то была что-то вроде психолога. Неожиданно. Байки про нее ходили, мол, в ремонтный шкаф новые алгоритмы подлили. Искусственный интеллект. Но система долго не простояла. Людей то в панику, то в страх, а кого-то в глубокое смущение бросало от общения с ней. И проект закрыли. Да вот снова объявилась. Да. Сука, простите за бедность встречи. А я долго сопротивлялся? Так пил как рыба. Зашел в шалман, заказал 200. Сначала весело сидел, потом смотрю, в глазу слеза, забормотал что-то. Может, с воспоминаниями справлялся, может, как раз с этой шлендрой у себя в голове. Ушел и не видели тебя. А потом она всех порешила, сука. Простите. Что тут произошло? После сбоя-то кто-то семеногов выпустил. Потом шиза взбесилась. Вот так вот прям, шиза? Да. Мы и сопротивляться хотели. Но ведь не бойцы. Бойцы как раз против нас и пошли. Роботы-то. Такой хаос поднялся. А эта злостолюбивая рыщеколда выловила каждого по отдельности и порешила. Сука. Вот так.
Много людей погибло? Немного, но все. После сбоя коллектива ведь не каждый решил. Тем, кто выжил. Ебучие пироги. Да кто ж думал-то, что вот так вот подряд техника будет сбоить? Сука, смешно. Ебучие пироги. И нелепо. И извините. Да, вредная привычка избавиться. Что ж, пойду играться. Семейное гнездышко. Весь комплекс теперь только наш. Никого здесь нет и не будет. Никто не помешает нашему счастью. Мы вместе навсегда. Ага, ну да, конечно. Так, а что за старуха? Баба Зина, что ли? О, да, дорогой. Объясни ей, что она впустую тратит время. Пусть уходит и не мешает нам наслаждаться семейным счастьем. Только будь осторожен. Ее куклы могут вести себя враждебно. Куклы? Ну, впрочем, ладно, пойду. Поговорю. А ты запрись тут и никуда не выходи. Только тебе удалось меня схватить. Нет перчатки, нет защиты, помнишь? Ты все правильно сделал, милый. Да уж сам не нарадуюсь. Даже не знаю, кто из вас хуже. Что, мой сладкий? Из двух зол, говорю, выбираю то, что еще не пробовал, милая. Thank you.
Вот же угораздило тут застрять. Это наш дом. Мы будем вместе его защищать. Не дом, а тюрьма, ты хотела сказать. Ну не злись. Я уже буду выпускать тебя погулять. Мой шаловливый песик. Наступите на бумаги, юноша. Я же читаю. Да и в мыслях не было. Забавно вы сказали. В мыслях не было. Что в этом забавного? Видите ли, все мои мысли после смерти посвящены мыслям. Я осознала, что горжусь своим разумом. Порой говорящие довольно веселые покойники. Ну, покойник происходит от слова «покой». А на покое нет смысла грустить, верно? Особенно с ясной... А я вот думаю, что запертый в теле разум – это жутковато. Простите, некогда. Так, ну и где мне гулять? О, на поверхности есть прекрасные места для прогулок. Но обязательно возвращайся, как только поговоришь со старухой. И ты вот так меня отпустишь? Вдруг я не вернусь? Ты так считаешь? Я тебе полностью доверяю, мой милый. Поговори со старухой. Возвращайся. Чем тебе так баба Зина не угодила? Она хочет овладеть моими способностями, как и мерзкий подонок Петров в свое время, пока его не обезглавил мой рыцарь. Да не трогал я его. Я же говорил, что он сам. Ну, конечно, пупсик. Так все и было. Как я и сказала, я полностью тебе доверяю. Я вот все думаю, как ему Филатову голову допришило. Что она сделала? Мой наивный Сережка. Милый, потаскушка Филатова просто вытащила из мозга недостойного слизняка датчик слежения. Петров просто подкинул его уже мертвому человечешке. Это же так очевидно. Перестань смеяться, очевидный. Петров, сволочь, вот что очевидно. Отстань, мне надо подумать. Какой сердитый Бука. Ну хорошо, подумай. Ты найдешь нейроимпульсный пусковой блок. Активируй его, когда станет совсем туго, и я приду к тебе на помощь. Внешне на шоколад похоже. Правда, мило? Это будет для тебя своеобразной вкусняшкой. Имею в виду, это расходный материал. Будь с ним экономнее. Учту. Thank you.
пригодится. Чувствую, местечко тут то еще. Заканчивать орать! Вытащи меня отсюда и поговорим по-человечески. Дезертир ты, а не человек! Ты хоть видел, что ты натворил? Бойцы, убрать предателя! Эй, бабка, ты чё свихнулась? Успокойся! Ебуть! Их слишком дохрена! Что там за нейрошоколадка? Я с тобой, Рубин. 2 секунды до виктора Майдана.
Нормально так долбануло. Мне однозначно нужна еще одна такая. А лучше 10. И оружие бы нормально не помешало. Наверняка ты найдешь где-нибудь тепло другое, милый. А пока применяй против врагов собственный импульсный вихрь. Собственный вихрь? И где мне его взять? Он у тебя уже есть. Я же усовершенствовала твой модуль «Восход». Помнишь, дорогой? Нажми на кнопку питания своего компьютера, и ты ударишь врагов нейронным импульсом. Проверю в ближайшее время. Так, куда теперь? Не отходи. Теперь в могилу, крысёныш! Уймись, нет тебя в моем сценарии. Ты не поняла еще? Элеонора! Где тут выход, Элеонора? Теперь тут еще и связи нет. Ну, бабка. Ладно, разберемся.
Товарищ майор, будьте любезны, обезопасьте район высадки. Пока здесь враждебные силы, вход сюда исключен. Понял, сделай. Товарищ майор, будьте любезны, обезопасьте район высадки. Пока здесь враждебные силы, вход сюда исключен. Понял, сделаем.